каждого уважающего себя киллера. Наша профессия связана с большими эмоциональными потрясениями. Должно быть право на заслуженный отпуск. Я выходила замуж за киллера, а не за чокнутую домработницу. Эй, это маскировка, ясно? А всем, кто захочет его нарушить... Джимми, не убивай меня! Это я, Оз! Знаю. Очень не советуем этого делать. Страшно. Правда? Брюс Уиллис. Пойду напиваться. Мэтью Перри. Как же он может напиваться в такой момент? В фильме «10 ярдов». Я принесу кофе. Нужно что-нибудь накинуть. 12 марта в 20:30 на «Иллюзионе плюс».